представляющего передачу «Египет сегодня». Президент Египта Абдель-Фаттах-Сиси подчеркнул, что заседания, которые прошли в Каире, завершились успешно и были подвергнуты. Президент подчеркнул, что было достигнуто договоренность с объединением ливийских политических движений. Президент Египта в ходе своего выступления на конференции Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнул необходимость содействия на международном уровне ливийскому вопросу, поддержать инициативу с поддержкой мирного процесса. Президент Сиси подчеркнул также необходимость отказаться от принятия единых личных решений, которые отрицательно скажутся на стабильности Ливии и в борьбе с терроризмом. Призвал поддержать ливийский народ и армию. Министр образования Египта Тарик Шалки подчеркнул, что сотрудничество Германии в сфере образования науки началось еще в конце 15-го века. Министр отметил, что около 30 тысяч студентов обучаются в высших технических заведениях. Об этом министр говорил на встрече с послом Германии в Каире Джорджем Шалки.